Приветствую вас, ребята, с вами Назар. Продолжаем страдать в мод Булатная сталь. Вот за Кордовский халифат пропустил я тут несколько ходов. Ну, много пропустил. Навел уже наконец-то порядок у себя по тылам, так сказать. Тут поставил гарнизон, тут гарнизон. Везде сидят лазутчики. Поставил еще башенок, чтобы они нам немного открывали. Проходящие вражеские шпионы, которые тут проходят. Вот, и собрал тут две армии. Вот, по международной обстановке у нас воюют Испания против Португалии. И вот их город Толедо, он сейчас такой незащищен, можно сказать. И является весьма такой лакомой целью для атаки. Вот. Тут у нас замок уже стоит хороший. Там же они могут нанимать очень хорошие войска. С атакой 12 и, внимание, защитой 27. Как их убивать, я не знаю. Но давайте попробуем хоть что-то сделать. Тут еще и генерал у них сидит хороший. Но зато у нас есть аж целые две баллисты. Давайте будем что-то пробовать. А, штурм невозможен. Так, а что я их строю? Нужно вот эти лучше построить. Начнем осаду. Вторая армия, она тут уже походила. Вот, все, что можно было построить, я тут построил. Так что давайте будем пропускать ход. Тут свадьба, у нас война, и они свадьбу решили затеять. Так, блокировать идей порт на один ход. Леон. Мне туда далеко плыть, и не факт, что у Кастилии будет более слабый ход, чем у меня. Так что не знаю, у меня 3 кораблика, это, конечно, немного. Но зато у нас теперь уже появилась возможность нанимать арабскую кавалерию. Она, конечно, не сравнится с европейской никак. Но хотя бы хоть что-то. Защита, атака, натиск. Хоть что-то. Это уже лучше, чем вот эти. Которые ни на что вообще не способны. Разве что дать залп копьями. И все. А в этом вся их сила. Так, тут будем собирать армию. Так, что у нас тут? Хотим взять еще. Так, наверное. Вот. Но сначала нужно штурмануть город. 28. Нормально. Он тут конвертирует. Было вроде бы 22. Уже 28. Либо я ошибаюсь. Вот, кстати, меритиками это... Так и не понял, что с ними делать. Их убить нереально. Просто тупо нереально. Я уже отправлял сколько убийц. Они все постоянно умирают. Отправлял имамов. Они еретики превращают наших имамов тоже в еретиков. И как с ними бороться, я не знаю. Так что будем пока что кардиналов пытаться убить. И мы это делаем замечательно. Хорошо. Так, нанялся еще один убийца. Подведем его сюда, будем... их нужно убивать, их как-то нужно убивать, потому что они тут превратят полностью всю провинцию в ересь, и тут будут восстания. Кстати, так, вон, недовольство постоянное. Постоянное недовольство. Почему так, я не понимаю. Моё не понимать. Ну, будем пробовать 19, 22. А тут без разницы. Повезет мне. Вот видите, опять умер.
Тут, знаете, разве что сохраниться перед вот миссией и просто тупо пытаться сколько можно. Сколько можно их пробовать отсылать, погибли, загрузились, отослали, погибли, загрузились, и так пока ты их не убьешь. По-другому нереально, просто нереально. Так, здесь мне еще был убийца. Этого что-то не может. Странно. Прокачаю их до половины. Не погибают потом. 73, 68. Тут опять что-то падает. А, больше нанять, да, не могу. Давайте посмотрим по строительству. Гранада, вот эти конюшни. Эти еще и по два хода нанимаются. То, что слабые, так еще и нанимается очень долго. Пока тут ничего не построим, денег нету. Мусия. Рынок, да? А тут что у нас? 500. 500, да? Так, казармы не нужны. Это караванов. Давайте лучше рынок построим. На этом наши деньги закончились. Тут особо-то и нечего строить. Что тут построилось? Хотя бы посмотрим. Валенсия, курильня. На шпионов можно будет нанимать. Смерть. Адмирал. Так, а эти что тут делают? Город. Пока что пусть там стоят. Ну, отправимся, попробуем блокировать этот порт. Один ход может получиться. Вот, и давайте будем приступать к штурму этой крепости. Ну и что нам автом... Офигеть! Офигеть, ребята! Это просто боль. Это боль и страдания. Я не смогу штурмануть. Как? Как? Моими бомжами против вот такого? Да ну нафиг. Сколько он продержится? 7 ходов. Ну будем тупо стоять. А что делать? А вот что реально делать? Ничего не сделаешь. Тут еще пехота нанята хорошая. Ой. Смотрим, чего у него там есть. Еще армия. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Влипли мы, короче, по самое не балуй. Защита 19. Защита 14. Этого хотя бы сможем победить. Сможем. Мы потеряли в два раза больше, при том, что их было там копейки, просто копейки. Как играть в этот мод? Как его играют? Я не знаю. Три несчастных отряда. Целая армия, и они не могут взять город. Нафига я включал эти гарнизоны? Я думал, они какие-то нормальные будут. Тут имба. Ой, капец, капец, капецкий. Ладно, пропустим ход. Толедо, скорее всего, выйдут враги и надают нам по голове. Можно штурмануть, а не все нас. Да ну его нафиг.
Бедствие потрясло Алеппо, жители Алеппо перенесли ужас, как сама земля разверлась под городом, кружила их руинами, что могло быть описано только как самый ужасный божественный гнев. Ага. Ну, это нас не касается. Испанцы. Они пока тут достоят. Вот, уже было 2 звездочки, уже 1 звездочка. Отсутствие фуража. Начинается. Отсутствие фуража. Не, это нереально. Это просто тупо нереально. Это нужно брать 2 армии. Осаждать этот город, стоять и молить Бога, чтобы они не вышли и не атаковали нас. Вот только так возможно что-то сделать в этом моде. Так, тут еще фураж есть. Ну ладно, попробуем. Командир без войск. Да. Да. Мы сокрушим врага. Естественно. Сокрушим. Легко. Тут уже 2 уровень брони. Пипец. Защита 19. Не, блин, ребята. Может бросить, ну его нафиг, все это. Смотрите, по 2, по 3 звездочки. Тут серебристые, золотые звезды. Чё за гон? Как играть в этот мод? Это уже даже не смешно. Так, ты тут стой. Убийца. Умер. Естественно. По-другому не бывает. Короче. Валим отсюда к чертовой бабушке. Снять осаду. Какая нафиг осада? Идем в город. Поменяем генерала. Тут вообще 0 звездочек. Так, берем еще войск, хоть каких-то, хоть чего-то. Ну и будем пробовать хотя бы биться в чистом поле. Но что тут еще делать? Ну вот реально что? Надо брать нереально, тупо нереально. Что ж, испанцы сами решили нас атаковать. Попробуем отойти. 2 армии, я, понятное дело, не подтяну. Так, возможно, будет 1 хотя бы армия. Но она все равно мне раздаст по самое не балуй. Ой, капец. Я боюсь. Мама, спаси меня. Давайте попробуем. Ох, сейчас даже битва. Учитывая скорости, на которой... Хотя нет. А почему нам дают? Странно. Ну ладно. Я что-то, значит, недопонимаю. Так. Туман это, конечно, хорошо, наверное. Так, тут будет сорки. Тут тоже такая себе позиция. Вот разве что как-то так, типа, вставать. Надеяться, что они ступят и не пойдут на нас вот с этой стороны. Кто его знает. Так, у них нету стены копий. Это очень плохо.
тут еле, еле живые отряды. И поставить, даже не знаю. Так, этих позади ставим сразу. Они будут метать свои копья. Так, черных парней сюда поставим. Им на подмогу отправим. Так. Эти два отряда. Оба мечника будут у нас, наверное, тут где-то стоять. Отряд здесь поставим. А лучники сюда. Сюда. Так, ну вроде бы все забрал. Ну, кроме конницы. Так, кавалерии три отряда, но это недостаточно. У них там тяжелая ударная конница. А у нас что? Какие-то метатели дротиков. Несчастные. Еще и полуживые. Так, мне тут не нравится. Что-то этот фланг. Какой-то он. Так, так, наверное, поставим. Ну все, начинаем. По карте разрешают летать. Вот какие у них хорошие войска. Как это все перебить? Я понятия не имею. Ё-моё. Ё-моё. Сколько вас тут? Сколько вас тут? Это точно одна армия? Ну, крестьяне, это, конечно, фигня. Но вот этих ребят, их нереально убить. Просто тупо нереально. Ну, наверное, выстроиться как-то будет у нас. Нормально атаковать. В лоб. Так, мне бы немножко развернуться, знаете. Сюда давайте. Да они просто побегут. Они не сдержат натиск врага. Наши войска, имею в виду. Пошли застрельщики вражеские. Нас тут больше. Лучники открыли огонь. Так, пошли, пошли. Молодцы. Неплохо. Враг отступает. Знаете, жаль, что нету режима. Так, вот этих стреляете, чего этих побитых уже бьете. Нету типа умедленного режима, как, например, Наполеон и Empire Total War. Все, отходим, 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 ребяточки. Сейчас вас тут перебьют. Стяни с луками. Пошла перестрелка просто тупо. Эх, можно было ворваться, но уже не ворвусь. Ну, у наших, конечно, преимущество, они на более высокой позиции. Там конница отошла.
Да, отошла. Ой, сейчас будет махач конкретный. Так, тут вижу, есть возможность зайти в тыл. Так, стоп. Всем ставим на защитную позицию. Так, эти че уже? Ух ты, ёперный театр. А ну-ка. Все сюда. Текст тут еще подходит. Тут у нас кто? Вот эти ребята. Сюда обстреливаем. Лучники постреляют. Там, где стреляют. Ну, врагов пока что больше убито, чем меня. Давайте. Один уже побежал. Просто тупо мясом. Нужно их давить. Это еще и полководец на 20. Как их убить, я даже не знаю. Вроде бы держится. Так, смотрим. Рвут, короче. Рвут, как ты сгорелку. О, сейчас будет. Тут у нас мечники. Видите, умно по флангам действуют. Они сейчас этих мечников просто-напросто сомнут. Так, бьем пока что ополчение. Лучники. Давайте сюда. Такс. Эти по этим. Ну, вперед, полководец. Ой, ёп. Полководца хотел взять. 27. О, вражеского одного завалили, но их там трое вроде было. Так, побежал. Конницы осталось два отряда жалких. Ладно, пусть отходят пока что. Так, крестьяне, это фигня. Но центр держится. И главное, что центр держится. Чини с копьями. Все, вражеский генерал отходит. Нашего тоже отводим. Дуни в рог. Полностью два отряда побежали. Конница вся побежала. Так, а вы чё не стреляете? Вы чё ждёте? Ага, враг. Всё, они тут смяли этот фланг наш. Полностью. Тупо два отряда. Пришло? Да каких два отряда? Тут один отряд этого... полководца. Вот. Они все сделали погоду на этом фланге. Попросту. Всех перебивши. Все, пол армии убежала. Это нереально. Это, ребята, нереально. Хотите, что хотите, пишите. Что я нуб, что я не умею играть. Но... нереально. Это нереально играть в этот мод. С такими хотя бы настройками. Султан, мы потеряли половину армии. Наш полководец убит. Так, воины, вот и все. Наш долг отомстить за него. Эй, какой долг, о чем ты говоришь? Ну, центр сдержали, да. Но все равно, смотрите. Их 100, у нас 90 осталось. При том, что мы в защитной позиции, в защитной, а они нас атакуют, копейщики. То есть войска не предназначены для атаки. Для атаки вот мечники предназначены. Мы, конечно, убили им одного полководца. Но это ничего не значит. Ну вот эти хорошие, они стоят. Но ну, что сделаешь, если... к тебе просто на фланг врывается тяжелая конница, попросту сметает это все. Вот
Вот, и они уже тоже побежали. Будь проклято солнце, что светит над этим позором. Если мы ничего не изменим, победа достанется неверным. Помилуй нас, Аллах. Сегодня мы исправим. 300 человек. 300 мы смогли убить. Потеряли 1500, то есть один вражеский воин убил 5 наших. Еще 400 золотых потеряли. Так. Бум. Тухальцы все еще тут держатся. Тут еще и баллиста была. Ясно, понятно. Но мне без баллисты тут хорошо дали по мозгам. У меня тоже есть две баллисты, но толку. Вот я, испанский убийца тут подошел. Так, у меня тут есть еще убийца, или он умер уже? Он, походу, умер. Ползучик, португальский убийца, да, еще убийца мне тут только не хватало. Так. Вот что сможем, то переобучим. Эти даже две звездочки получили. Так. Уже нет у них двух звездочек. Потому что их слил. Так. Сюда. Так. 7 человек нужно спустить. 73. Вот этих отправим на переобучение. Тут этих ребят будем заказывать. От них хоть какой-то толк. Но тут разве что вот так поставляться, чтобы враг тебя атаковал. Потому что самостоятельно разбить врага. Тупо. Ну, если через атаку идти, то это тупо нереально. Текс. Тебя отправим. Тебя на ремонт. Из трех отрядов конницы выжил только один. И то разбит почти что полностью. Так, тут еще и нормально не переобучишь. Хорошо. Так, эти ребята. Вот это тоже отправим на переобучение. Может дойдут, может не дойдут. Не знаю. 3000 достойная смерть. Да, у меня просто нету нормальных полководцев, вот и все. Могут там умирать хоть тысячами. Чего это не изменят. Так, сюда бы одного полководца. Единицы этой армии. Дабы она не сбунтовала. А то они могут. Они любят бунтовать. И вот так. У меня есть еще две армии, конечно. Но тут города защищены, разве что Марсия. Один отряд еще построим. Алжир. Деньги, короче, только на армию пойдут. Просто тут не на что больше тратить. Ну как, есть на что тратить. Только Кордоба. Кордоба? Нет, не Кордоба. Хотел в Гранаде поставить учебные стрельбища. На это мы потратим. ФС. Уже что-то дешевое. Фейня. Нет, просто не на что. Ну, прибыль есть, это главное. Фу. Кстати, пишите в комментарии, что думаете по этому поводу. Есть ли смысл вообще продолжать играть в этот мод, или же лучше начать все сначала. Ну, не то что сначала.
Зодчик сидит, а где мои убийцы? Хотя бы один есть? Или все погибли? Зодчик, походу все погибли. Ну и ладно, ну и не надо. ФС, вот этих наберем. Бомжи, конечно, ничего не сделаешь. У меня нету просто хороших войск, чтобы нанимать, приходится бомжей. Так как-то так. Муэдин. Ну, Муэдин хотя бы ислам повышает. Тут, конечно, напасть бы вот на эту армию. Я думаю, их я бы смог разбить. Наверное. Без командира, знаете, без каких-то супер тут войск. Ну, конечно, есть вот этот отряд, этот. Это супер войска. Но остальные это обычные, такие же, как и у нас. Вот, такая вот фигня. Так, ничего, ну походу вот это и есть две армии Кастилии. Тут вот, ну в чем проблема, почему, ну я так ною. Проблема в том, что, ну как бы это вам сказать, нету фана. Вот ты знаешь, что ты ничего не сможешь сделать с этим городом. И ты его тупо, ну, не можешь просто взять. Просто взять не можешь. Ты знаешь, что ты не можешь ничего сделать с этой армией, и ты тупо на нее не нападаешь, потому что ты тупо боишься. Ну, получается, от чего фан игры? Пропускать ходы? Или что? Второй лютеранский консилиум. Угу. Это нас не касается. А тут было два боя. Вот, две кастильских армии атаковали где-то тут, походу, португальская какая-то армия. Португальцы их два раза разбили. Две кастильские армии. Вот они отступили в Саламанку. Одна из них. Полностью, ну не полностью, но очень много уничтожили испанских войск. Я не знаю, что там у португальцев за армия. Нужно мне отправить лазутчика сюда, потому что одна из армий сюда отступила. Ой, блин, если она еще залезет в Толедо, то это будет полный вин. Полнейший. Так, тебя мы спихнем. Назад. Чего они там так бунтуют сразу? Короче. Тут мы не успеем. Это может успеть, но у нее уже закончился фураж, там, снабжение, все дела. Тра-ля-ля. И так дальше. Можно с ними пойти, конечно. Так, у меня тут еще и нету ни генерала. Вот проблемы еще с генералами, их просто тупо не хватает. Тут они город не возьмут сразу. Фиг им, они город. Казармы. Мельницу хотя бы построим. Хорезм с грузинами. Франция против Арагона. Ну, хорошо. Франция против Арагона, это хоть очень хорошо. Вот, так что у меня тут немножко есть войск, которые можно забрать. Через ход, через три. Ну, армиями как-то обходить его нужно. Что делать тут? Как-то это пытаться сделать. Так. Что-то переобучал и не... А, вот эти два отряда переобучились.
Ладно, еще раз попробуем взвернуть их, этих. А еще лучников можно забрать. 3 отряда. Ну и пустимся за вот этой армией. А пусть атакует еще раз. Мне-то что? Вот армии есть. Ну, не армии. Отрядов. Так, этих сюда. Этих сюда. Пусть он там немножко фураж свой восстановит. Вот так, ты сюда. Сюда. Еще одна армия у нас готова. Так, тут нанимаем. Два отряда, хорошо. Тоже генерала нету. Проблемы с генералами, их просто тупо нету. Так. Имама пока что не обучим новых. Что у нас тут 68? Но она где-то так держится в районе 70%. Тут даже ислам есть. Тут 30, тут растет. 66 тут походу падает. 62 тут точно падает. Сейчас опять будут восстания. Вот так и живем, ребята. Убийца. Сколько там? 32. Ну. Убил. Внезапно. Молодец. Молодец. Так, давай беги сюда. У нас опять католический епископ пришел в гости погостить. Так, это все хорошо, но мы имама сюда вернем. Тут более большие проблемы у нас с религией. Вот, так, тут два хороших отряда арабской кавалерии. Так себе, конечно. Вот. Тут, да, единственная надежда то, что враг будет атаковать сам нас. В атаку идти бесперспективно. Скажем, назовем это так. Так что, ребята, на этом буду прощаться с вами. Спасибо, что смотрите. Пишите ваши мысли по поводу всего происходящего. А я с вами тем временем прощаюсь. Всем спасибо за внимание. С вами был Назар. Всем пока.